Итак, друзья, продолжаем реализовывать план посева овощей на февраль месяц. И так как корневой сельдерей у нас уже растет, перцы и баклажаны взошли, пришел черед лука. Только я имею в виду не обычный лучок, который мы сажаем севком, а лук пари и лук чернушка. Пари, к сожалению, не такой уж и частый гость на наших огородах, хотя именно этот вид лука считается и полезнее, и вкуснее, чем тот же репчатый. А его белая ножка обладает очень приятным, таким слабо острым вкусом. Из чернушки же репчатого лука я каждый год выращиваю именно салатный лук Exhibition, который известен своими гигантскими размерами и таким нежным сладковатым вкусом. Оба этих лука отличительны тем, что их можно вырастить только из семян, даже репчатый, так как у этого сорта севка просто не бывает. А вот для того, чтобы вырастить его крупную головку или же длинную белую ножку у парея, выращивать их нужно только через рассаду. Ну а так как рассада у них выращивается одинаково, сеется примерно в одно и то же время, и сейчас как раз-таки подходит это время, то предлагаю вспомнить правила посева семян, уход за рассадой, как ее поливать, стричь, в каких условиях содержать, как затем высаживать в грунт и в целом всю агротехнику выращивания этих луков. И самое первое, что нам нужно обсудить, это правильное время для посева на рассаду. И тут все просто. Так как к моменту высадки в грунт средние сорта лука должны быть двухмесячного возраста, плюс еще дней 10 на всходы, то от даты высадки в грунт, допустим, это будет 1 мая, отнимаю назад 70 дней и получаю, что правильное время для посевов луков – это 20 февраля. В этом году я выбрала к выращиванию сорт Парея «Русский размер» от русского огорода. Это скороспелый сорт, его первый урожай можно уже даже начинать собирать во второй половине лета. А для того, чтобы ускорить всхожесть семян, я предварительно замачиваю их часа на 3 в растворе перекиси водорода. И затем уже даже не промывая их и не проращивая, сею в грунт. Семена же Exhibition я взяла голландской селекции, они уже обработаны и покрыты защитной оболочкой. Поэтому как-то дополнительно их подготавливать не нужно. Это среднепоздний сорт, от всходов до урожая у него проходит 110-130 дней. И луковицы доходят массой до 800 граммов. Емкости для обоих луков я беру глубокие, высотой не менее 10 сантиметров. Это важно, так как пикировать я их не буду совсем, и прямо в этих контейнерах рассада будет расти вплоть до высадки в грунт. Поэтому я взяла эти плошки, разложила семена по поверхности, постаралась при этом их разместить более-менее равномерно по всей площадке. Сверху слегка присыпала этим же грунтом, накрыла контейнер крышкой и поставила в теплое место для проращивания. Вообще, любой лук – это культура холодостойкая, и поэтому его семена прорастают даже при небольшом плюсе. Но если все-таки будет тепло, хотя бы градусов так 20, то дело пойдет быстрее. А как только появляются первые петельки, то крышку я снимаю и ставлю емкости под свет, а температуру содержания по возможности снижаю градусов до 15. Дальнейший же уход за рассадой, он несложный. Нужен световой день в сумме часов по 16, ведь лук – это растение светолюбивое. И умеренный полив, который лучше всего делать снизу, погружая чашку с рассадой в поддон с водой. Так растение будет само брать столько воды, сколько ему нужно. А еще рассаду лука нужно постригать, особенно если перышки становятся длинные, тонкие и даже заваливаются. В результате наши стебельки окрепнут и станут толще. Я обычно стригу рассаду 2-3 раза. Первый раз это в самом начале, когда сеянцы только немного окрепнут, и тогда я у них удаляю шапочки. Второй раз, когда стебельки вырастают сантиметров так 8-10, они уже заваливаются и запутываются между собой. И третий это за несколько дней перед высадкой в грунт. Тогда я укорачиваю их примерно на треть. Ну и наконец, самый последний этап это высадка рассады в грунт. И замечу, что хоть лук и считается морозоустойчивым растением, но молодые побеги могут не пережить холодов, если высадить их на грядку слишком рано. Поэтому я всегда высаживаю лук не раньше, чем в мае. А для того, чтобы безболезненно разъединить сеянцы, то перед посадкой я вынимаю рассаду из контейнера, погружаю ее в таз с водой и затем либо прямо в этой жиже отсоединяю по несколько росточков, или очень хорошо напитываю этот земляной ком водой, так, чтобы корешки свободно разъединялись. Достаю его из воды и уже затем отсоединяю друг от друга. На грядку же эти два лука высаживаются по разным схемам. Например, перышки Exhibition я высаживаю простыми ровными рядочками с расстоянием между лунками и рядами сантиметров по 15. А вот для парея нужны глубокие борозды сантиметров так 20 глубиной и 30 сантиметров друг от друга.
И прямо в них, через 20 сантиметров друг от друга в луночке, я высаживаю перышки парея. 20 сантиметров для парея – это тоже слишком плотная посадка. Но вся хитрость в том, что примерно с конца июня я удаляю из траншеи через растения, получаю свежий лучок на стол, а заодно еще и прореживаю посадки. А вот для того, чтобы ножки у парея получились длинными и белыми, нужно по мере его роста землю с боков траншеи ссыпать вовнутрь на растение, чтобы она постепенно прикрывала стебли. Так получается даже без окучивания. При поливе струя сама постепенно смывает землю. В результате стебли так и засыпаются. Но все же, чем выше мы их окучим, тем больше отбеленного стебля получим в итоге. В еду же можно использовать все. И стебель, и зеленые листья. Они тоже очень вкусные и душистые. А хранить парей можно и в погребе, и заранее почистив его в нижнем отделении холодильника или даже в морозилке. И всю зиму потом готовить из него различные блюда. Эксибишн же растет на грядке по-другому. Его головки, когда созревают, находятся полностью на поверхности. Перо его также желтеет, вянет, как и у обычного репчатого лука. Концы высыхают, скручиваются, и луковица может даже завалиться на бочок. Этот сорт отличается от другого лука не только своими крупными размерами, но и сладостью корнеплодов. Жаль только, что хранится он недолго. И поэтому летом его самое время использовать в салаты. И несмотря на то, что выращивается он чуть хлопотнее, чем обычный сивок, из-за того, что нужно выращивать рассаду, но оно того стоит. Даже от внешнего вида таких вот крупных луковиц я получаю чисто эстетическое удовольствие. Как, впрочем, и парей. Его нельзя сравнить с зеленым луком. Ведь он отличается не только внешне своими крупными, толстыми и плотными перьями, но и даже по вкусу он гораздо ярче и ароматней. Я очень люблю эти луки, поэтому покупаю их и выращиваю каждый год. И вам советую обязательно попробовать. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, делитесь в комментариях, выращиваете ли вы эти луки. И обязательно подписывайтесь на мои каналы. Ссылки на них, как всегда, вы найдете в описании.